R2, D2, 16-я попытка. Победная. Главное, если начнете тупить, то лучше в начале, чтобы не терять полчаса. Израсходовать ресурс тупления. А еще когда один КП, надо бежать не к двери, а от двери. Ладно, ладно, все, проехали уже сильно, да? Всем все понятно. Вот, сейчас все сделаем. И я, кстати, смотри, так как вы с Бошибо стоите в этой точке на передовой, вас надо лечить в первую очередь. А то я сейчас пролечу сюда уже. Это было неправильно. Я не всегда стою на той точке на передовой, я там стоял, когда... Когда мы стоим в закутке, вы двое стоите на переднем фронте, а мы на заднем. Вот что я имею в виду. Это неправда. Поэтому... Я выше стою на заднем, я... Хорошо, я не буду тебя... Хорошо, я буду лечить хайп, я не буду Бошибо лечить. А, то есть лечить тебя, окей. Ну, я думал, ты не на передовой. Нет, ты как бы лечить нужно всех. Нет. Приоритет вопрос. На всех не хватает. Когда на всех не хватает, надо лечить тех, кто стоит в агрессивной позиции. Агрессивная позиция? Я понял, но Бошибо не стоит в агрессивной позиции, поэтому его лечить не надо. Я все понял. Хорошо. В первую очередь. Поп. Хорошая. Ты пошел впереди, осторожно, хайп. Осторожно, хайп. Осторожно, хайп. Безучастная песня. Я знаю. По мне никто не попал, так что все хорошо. А мне тоже никто не попал. Может это новая прострота? Быстрая зачистка этой комнаты? Откройте. Там и ты быстро зачищаем. А где Судал? А мы втроем? А, вот. Окей. Ну можем пройти вот это, чтобы все 100% было? Нет. Мне абсолютно не я всегда стреляю с берста два раза, и меня успевает лизнуть. Сейчас я стрельну один раз. Ой, а это не бёрст. Все, я ранен. Держись, хайп, окей. Ужасное говно. Ну, 78, так все, что-то. Нормально, 87. 82. А, у меня 3% мы все, пистолета. Мы все ровно подхватали в этот раз. Так, кан. О, фонарик, редкость. Хайп. Сифомом можно врагов заморозить? Да. Если ты прямо в них кинешь, они заморозятся. Можешь скауты кинуть, например, он заморозится, его убить очень просто будет. Да. Это нам. А если скаут начинает кричать, его можно заморозить? Нет. Морозишь долго. Ты можешь кидать в него, когда он просто ходит, патрулирует вокруг. Он не проснёт, никто а не если у него, а если еще пальца красненькой становится, можно еще заморозить? Да, думаю, да. До того, как он. Он становится неуязвимым перед тем, как когда анимацию забегает, он неуязвим ко всему. Он просто орёт, это не остановить. До этого его можно. С ним можно делать что хочешь. ОМГ. ОМГ. ОМГ, это был простейший хак. Я не могу сделать простейший хак. Все. Это конец. Окей. Я награду... не попал на замку. Два... если у нас много сифом гранат, то можно не рисковать в комнатах со скаутами и просто их морозить. Можно. Ну, да, но даже если ты их заморозишь, если рядом враги, например, будут, они проснутся. Если ты убьешь скаута, и второй заорет. То есть не все настолько просто. Но действительно, сифом должен помогать в комнатах со скаутом в первую очередь. Я даже думал брать сифом лаунчер в какой-то момент на эту миссию, чтобы скаутов морозить. Сзади 50 тулы. Какие блокер внизу? Вот здесь вот все тулы. А, они на 4 все. Неинтересно. Вот, вот на 2. Там есть на 2. Я взял. Где там внизу-то? Лок Мелтор и все. Понг. Я, кстати, не нашел фогрепеллера. А, я подпингал там ящик с медпаками сзади. Сверху мет на 2 и больше ничего. Я раздам этот мет сейчас и... Наверх можно не бегать, наверх. А вот фогрепеллер. Да. Ок. А, Бошибо, тебе нужно, но... Да, тебе нужно,
Так, тут турель есть зарядить. А, кстати, рыдай, у тебя proficiency на чём? Proficiency? Ну ты говорил, ты бустер взял. Supply efficiency. А, да, supply efficiency. У тебя supply. Значит, рыдай в основном раздает там опаки и прочее, потому что... Ну я тул рефилы в основном больше занимаюсь. Ну да, если... А ты можешь всем... Да, сейчас. Как тут тул рефил на один оказался? Это сюда проюзал на два, да? Да. Я вижу... Неэффективно. Если проюзаешь, то юзай лучше на 5 или на 4. Этот на один мне придется тащить туда, один заряд тратить и обратно тащить. Короче, потратил никто бы сразу не берет. Никто, я говорю, если есть... Редайр ходит и все МРЗ. Не-не-не, можно брать. Не, если кто-то хочет зарядить свою турельку, я не против. Нормально, но пусть лучше юзает большой тулурефил и потом обратно кладет. Меды, кстати, можно спокойно брать. Меды фишинси, это другой пиар. Ты мог не брать эту на один и просто оставить, я потом бы зарядил еще свою турель. Ну, так позже. Это будет очень не скоро, но, видимо, так и будет. Я просто обычно все мелкие трачу. Мне надо пострелять по врагам, чтобы понять, как работает это говно. Я слышу новый звук. Оно сносит голову и не убивает. А, у меня закончился пистолет. Ну ладно, у меня второй еще есть. Я обратил внимание, что из-за такого проблемы я не чувствую разницы между ПП-кой и штурмовкой. Типа одинаково плохо. Под контролем. Ну, под контролем наших снайперских турелок. О, найс. Два гиганта за один бурс. Этот пройдет, похоже. Я убил. Он умер? Просто у него голова целая каким-то необразимым образом. А, нет, вижу, что нет. Мы второй раз проходим по приколу. Да? Пошел. Не верю. Сейчас короткая? Еще идет. Да. Его убьет турелька, скорее всего. Иффи. Что у вас этот какого? Иффи неприятный. Всего лишь с трех выстрелов хай калибра. Горьким опытом не научены, чтобы турельки вас смотрят. Это нормально, это турель. Один раз только меня убило там. Да, все, бывает. На 4 на 5 минут. Можно водить. Патроны где лежат? Мне срочно справа от входа. Справа от входа, в смысле, входишь от моста все, обратно все, и направо поворачиваешь. Тут тулы лежат. Сейчас возьмем. Я могу пока размяться. Размяться и посмотреть аниме попроще? Нет, вы же играете, я могу пока вапинс поиграть. Ой, там как ты понял, не отвлекаю. Блин, у этого райфла на 2 патрона больше, чем у ДМРа, и он примерно такой же. И что, нравится оружие? Ну, по виду это какой-то недо ДМР. Возможно, это ДМР, который не включает ваншотные способности. Не, ну в принципе, я вот сейчас, если они вот так по коридору бегут, то я их могу снимать довольно эффективно. Но они выживают просто. Играть все-таки с Эймаром, потому что меня бесит этот... В смысле, нормальный звук? Он играет с копьем или нет? Конечно, с копьем. Он всегда копейщик наш. Он MVP? Вижу. Там гибрид за ящиками. А, вот он. Ща. Он еще жив. Все, нет, он жив. Быстрый скан. 10 секунд еще, они еще, скорее всего, заспавнятся. Долго закончилось. Ну, я понял. Они заспавнятся мне в лицо, когда я буду рефилить турельки. Ничего, у тебя есть, нет займа. Ага. Что там по врагам?
У входа нет никого, чуть подальше возможно сверху. И там остальные шумали. Один еще около терминала нет. Не забудьте освободить слоты для трех ресурсов в этой зоне. Это как это? Ну, приходить Ради туда все. Без всяких амопаков. Я сама пак. Бьется кто-то? Ага, умер. А, вот, как умер? Кому амопак потратить? А, нижний терминал. Пайп, тебе надо амопак потратить? Тихо. И нет. Я могу его в руки взять. Нет, тут не надо. Вы нашли? Ну, я мед взял в руки. А, тул есть здесь. Тул и мед нашли, а амопак нашли? Амопак тоже вот. Нашли. Найс. Ой. Убит? Вроде да, не заорал. Тут еще двое. Не? Они, видимо, внизу все. Нет? Еще один? Да. Окей, нашелся. Тогда все. Long range flashlight. Ай, бля. Все, можно. У меня нету фог репеллера впервые за многое время. Я его не взял, он где-то на мейне валялся. Да, на втором этаже, кажется. Ща найду. Справа. Или не найду. Справа иди. По-моему, вот там наверху. А, либо внизу. Ну, короче, с этой стороны, я помню, был. А код-то взяли? А, слип? Да, слип. Не, значит, внизу, значит, подойти. Что-нибудь забрать вот нужно? Тут есть? Да, есть. Что-нибудь забрать? Но он всего лишь на 3, обычно он на 4. Из зоны все собрано. Три, если вы 3 ресурса взяли, то все взяли. Кто-нибудь проходил мимо чего-то? Да, я взял их. Тогда ладно. Пойду в мину поставлю. Давай. Думаю, можно вводить код. Можно. Максим, иди в другой войс. Я, сука, еще не играю. Зато ответ. Я ему еще не начал уже мешать, он сразу мне послал в другой войс. Заебал. Ужас. Ну да, ну что ты не начал играть, когда мы будем стелсить. Я начну играть, я могу молчать, пока не играю с кастрюлей. Все будет хорошо. Если Максим начнет общаться, мы ему скажем. А пока все под контролем. Тут, кстати, сифом лежит все еще. Да тут сифом этих, у меня в руках тоже сифом. Прекрасно, значит их два. Дождался. Хай калибер команда. Он даже в плечо умирает. О, есть? Нифига, этого чем убили? Это вот риф, да? Один перст вы добили. Гибрид еще жив. Ну, стараюсь не дать ему пострелять. Я перезаряжаю. Тут пришли вплотную, ну. Резнули. Я 3 раза резнули. Много. Больше, чем 2. Мне меньше, чем 4. У меня ровно кончились патроны. Мелкий кот, быстрый. У меня все равно мини-резист. Хард. Все, води. 100%. Так, а мой здесь нет. Готово? Лучше попозже веди. Я сгоняю за тулом еще один. На, ну план, но уже через 3 секунды веду все равно. Конечно. Да, они там вдвоем лежат. Я думал, может еще где-то есть. Но а, вот он где был. Должен был быть еще один. Ну, я, похоже, не успею уже. Ну, ладно, там хватит на эту волну. Следующее уже. Тебе патроны еще нужны? Не, я себе на себя только проявил, там оставил дальше.
Прям. Возьму двух мелтер. О, там враг. О, привет. А, ну теперь я не пингану. Ай. Аккуратнее. В этой игре есть политика? Не замечал. Маленький десант. Заряжаешь? Ай! Кинская! Гигант. Вижу. Чё он один раз выстрелил? Гибрид. За ящиком. Есть. На турелька кончилась. Ну, как раз вовремя. Тупой скан сейчас. Да, сейчас скан на всех и будем помнить. Пойдем, пойдем. Я теперь беспокоюсь, брать ли ресурсы или нет, на случай того, что их может взять Эльдайр и раздать их на 10%. Забей. До этого без подобной херни обходились и нормально прошли. Прошли? Пойду больше год. Да, свой мед. Так прошли, что 16 раз переигрывают. Хорошие выстрелки. Ощущение, что здесь очень мало. Может, мало проскальну просто. Поэтому ощущение. Вау. Че, реально все? Видимо, все в той комнате. Кей Вайт 995. Я сразу этого бью. О, тут тебе ответного шкафчика, да ладно. Близко. Лола, где все шкафчики? Врагов нет, шкафчиков нету. Два АМО, два меда, один тут. В тумане, что ли? И в тумане нету. А большая комната, это считается тоже этой комнатой, что ли, да? Это две разные комнаты. Я один тул нашел. Я в маленькой я пока нашел. Вообще ничего не нашел. Проснулся? А, окей. Да. Нашел... Я нашел ключ. Отлично. Ключ я взял. А, вот шкафчик. Один. Можете пинговать. В пинговать. Этом шкафчике... Аптечка. Кто-то проснулся, я слышал. Босс здесь спринтовал. Я спринтовал, но я далеко же от вас был. Может, я, конечно, разбудил. Может, больше Гок вам спринтовал. Я нашел АМО. Два гиганта стреляющих. Стреляющих. Чё вы о них сообщаете вообще? Что за лишняя информация? А там сзади? Нет. Это просто навод. Это я сзади. Феноменальная работа. Я нашел АМО и тул в этой зоне. Вот тут еще ящик и ключ уже найден. Можно идти сканиться. Где АМО? Давай я заберу. Давай, внизу, справа, слева для тебя. А что он мед на два взял? Вот там, вот здесь АМО собрал, вот здесь. Вот здесь, там, вот здесь, где я отметил. Я пометил, вот он. Вот здесь вот тул, смотри. Да, это тул. Могу вот взять АМО, кстати. Давайте АМО взял сюда, Судалф уже взял АМО. А еще одно? Я взял. Вам мед точно не надо разъюзать? У меня 81. Тут еще мед лежит в этой комнате еще. Да, это мой. Бывший. Пойдем. Нет, там еще один мед был. Да, я шкафчики открыл. Понадобится, когда мы туда пойдем. Так, я еще турель ставлю. Давай. Я опять иду. Урдайр ключ, поэтому урдайр. Я иду. У меня эфиш, у меня ключ, у меня тул эфиш, у меня тул эфишенси высокий. Фугри пейдлер, где? У меня, да, на 3. Все, поехали. Мы все здесь? Видимо, да. Давай тоже быстро сканкай в тот раз. Похоже, они слева заспавнились в этот раз.
Вниз. А, нет. Они уже сейчас могут прийти, похоже. У меня бьет трекер, надо учить. Окей. Мне показалось, что они заспавнились в ключевой комнате. Это, скорее всего, по лестнице вниз будет. Да, там. Угу. Вон они там сверху. Приоритет. Один, это был ты. Между сканом и артефактом ты выбрал артефакт. Чтобы он потом не терялся в тумане. Скан, вон он большой. Сканер по 10. Первый. А вот так кусают? А, да, к нам пришли. Ай-ай-ай. План закончен. Так вообще много здесь. Не вижу ни одного буквально. Окей. Странно. Ладно, хорошо. Тогда можно открывать дверь, я пока турель пузырю. Давай, там довольно много врагов, это комнате. Можно будить их, ну как, стелс направо за куток, будить. Я потом потянусь. Я слышу врагов. Или нет? Что-то не похоже, что мой тулрефил зарядил снайперки больше, чем обычно. Как было 21, так и осталось. Я слышу, что враги есть. Я слышу стрельбу. Да, то есть остатки. Пойдем. Дверь открыта. Тут гигант. Сейчас я подтянусь. Каким образом он проснулся? Враг. А, комната проснулась? Нет, нет, а. Нет, спит. У меня. Сразу двое. У нас пойдем. Точно кто-то живой ходит. Дальний убери. У меня стамина повысилась. Это били, били. Ну я в терминале никого не вижу. Хорошо, ну будь осторожен. Нет, не снизу этот. 900-й. Я... Да, идет! Думаю, терминальный, но не важно, я его убью. Разбудил гиганта своими выстрелами. Извините. Комната... А, она и ломает что-то. Отступает. Попал. Все, вот здесь. Всех перебил здесь? Ща. Отступи, Сайцл, отступи, а ну далеко было. Не стреляй по ним, не стреляй по ним. Вообще, вот ты с ума сошел, блин, гигантов. Я думал, он... Так он пробитый был. Так, это не работает. Это минус 40 хп. Ну да. Если ты не знаешь, что делаешь. Там сложно. Вы нашли код? Или это друг неправильный был? Он. Все чисто, музыку я больше не слышу. Overwhelming. Ек. А, мед есть. Может, его, иди и скушай мед. Тут два меда. У меня с собой. Let's go. Okay. Я пошел в следующую комнату. Я нашел амапак на два. Я его проюзаю. Кому-то. А, враги там, да. Я с вами, если что. Враги либо сверху, либо снизу. Я слышу их в тумане, да. If you sleep, hard over. Бьется снизу. Так, что у меня по турели? Дофига. Вот три врага еще. Понял. У тебя там бьется. А, да. Один. Это здесь. Вот это именно. Именно наверху совсем. Может, он сверху, я его снизу не вижу. Я слышу его, да.
Но он... Сверху. Вдвоем. Терминал 900. Я с тобой. Где он? А, вон он. Он еще выше. Он над... Еще, он где еще, был. Еще, еще пошибу. И там еще один. А мод на 4. Забирайте. Я заберу. Хайп, где ты? Дайте патроны припишу. У меня есть он, пакнет. Нет, у меня один заряд. У меня один заряд. Ладно, давай. Убись. Все. Угу. Теперь я могу забрать. Попиши мне. Давай. Сколько тебе? Два нужно? Я остановил 30 хрена процентов из-за эфишенси. Ага. Феноменально. Да. Так, пошли открывать здесь нужные двери. Ага. Сюда, на позиции? Ты не спишь? Да, давно. Мне нужен мед, который здесь был. Давайте я его прозюзую. Мед на 3 и мед на 4. Мед на 3, значит. Взломаю, пожалуй, ту штуку на всякий случай. Мед на 1, оставляю. Нет, не оставляю я мед на 1, я даю его другу. Я... Окей, не оставляю. Тут мед на 4 я возьму. Ну, в этот раз нам хватило времени прям хорошо залутаться здесь. 10 секунд до водопровода. По-моему, 4. Хорошо, оставим наш ключ, если. Угу. Здесь он нормально смотрится. Больше в этой зоне ресурсов нет? Не пинговали, не знаем. Но их тут обычно много. Ну, пропингуй. Ну, артефакты. Так, я пошел. Дверь из тумана вскрывать. А, она сломана. Не ну, страшно. Как удачно. Нам на эту сторону нужно открыть. Угу. Так. Больше гол, мы тебя ждем. О, мина. Кря. Ну ладно, стоим тогда. Вот, тут сифон граната лежит. Да, я ее туда положил, я сделал всю блок на этом. Сейчас, я чуть-чуть впереди на первую пинга. Я тебя просто забрал. У нас было много времени. Я забыл, что это нужно. А, сюда, а у тебя турелька где? Стоит. На входе. Ну, как обычно. Я, кстати, тоже свою забыл. Так что мы с одной в этот раз. Вот, редайр, я вот здесь обычно сижу. Ну, там патронов дофига в моей. Или там есть, отступаю. Тебя лизнули. Дерево патрон, взял патрон. Пингую. Нет, не пингую. Одного. Ты гигант, судя по всему. Да, как ты? Это ты не смог пингануть этого. Я убью его. Лестница. Я через скольки видов стрелялся. Там гигант. Гигант, видимо. Я добью? Видимо, да, добью. Давай. Он еще жив. Ай, у тебя первое оружие. Ты не убегаешь? А, револьвер? Да. Кот. А, нет, стоп, не кот. Но... Я туплю. Плевалка еще. Киберит. Хайп получает от нее неплохо. Хайп ни разу еще от нее не получил. Да? А выглядел прям, что в тебя прилетел. Два раза. Ты не летел. Я раза три пущу. Так, я сгоняю. Драги? Кто-то у вас кто-то есть. Окей. Все, больше никого. Пойдем сканиться с кота. А, да, там скан. Да, правильно, скан. Там еще есть. Он промазал или попал не по мне? Сперва сканимся, потом бегаешь. Угу. Если они будут, они к нам придут, их не так много, не страшно. Комната там уже прочищена. Так, тут по ощущениям немного. Я даже не знаю, может остаться. На биотрекере никого. Но музыка играет. Я останусь сзади, наверное. Они все равно могут к вам пробежать мимо меня. Я хотел за турелькой сгонять просто. Я тоже.
Лучше втроем идите. О, я вижу его, я вижу его. Плевалка. Я его убью. Хорошо. Музыка не усп... Все, есть, последний. Должно быть чистым. Вот бой не право, бей. Не будем это тренировать. Тут довольно много. Чё там тренировать? Просто берешь, подходишь. Интересно, что патронов еще очень много в обоих турельках. По 20 почти. Я бегу к вам. Вам нужно хп? Ходи. Все, заорали. Я бегу. Я иду в закуток. Бесит, когда ты убиваешь одного, а там просыпается не даже не следующий, а через одного еще чувак. Очень далеко. Один скаут заору? Два. Прикольно. Зачем дверь? Не закрывай. Это не надо закрывать, открой. А, я перепутал дверь. Может, глаз нужно? Я поставил турельку, ну она на реактор, видимо они в основном пойдут по лестнице пока что. Заорали, а они опять по лестнице пойдут. Неважно. Разряжаюсь. Гибрид? Нет, просто. Нет, привалка. Все. Все, есть. Зачищен. Я скоро пошел. Не-не, я только что успокоился. Так, медпак кому-нибудь нужен? Мне один, может. Не, все, все особо здоровы. Видимо, больше всего патронов сейчас потратили. Так что амапаки нужны. Я раздаю амапаки людям. А мне? Людям и амапаков не нужно. А как мы только что убили кучу врагов? Башуко, я, видимо, всех убил. Вот. Тогда понятно. Так, да. У нас паролей еще нет. Да, сейчас. Я 70, да, могу. Где ты? Все. А, тул надо. Тул хорошо. Амо был. Ты его здесь взял, да? Нет, я взял его в реактор. Хайп за кодом пошел? Да, я уже достал. Уголь. Пол. Типа. В проходе, откуда они бегут, с лестницы зубков, там амо лежит, да. АМО на 2, нет, на 4. Вот, вот здесь вот АМО... А где Ксудалф? Я пропишу ему АМО, да, пусть лишнее будет. На реактор. Я тебе пропишу АМО, я знаю, что оно лишнее чуть-чуть, но мне нужно освободить слот, чтобы взять что-нибудь оттуда. Ну, ладно. Там немного, 2% лишнего. Не, по-моему, пистолет много дает. Хайп, тебе помочь там исследовать? У тебя пистолет как раз не полный был. Оружие за одно. А, у тебя два пистолета. АМО на 2. Да, в принципе, там мы можем здесь... Я могу взять что-то. Я... Можете тоже пинговать что угодно. А где тул был, вы не знаете? Там чуть подальше, около терминала, кажется. А тул здесь на 2, 2 здесь. Можешь сюда не взять. Я нашел другой тул на 2. Ага. Блин, я могу их оба взять, потому что этот я могу на себя проюзать. Сейчас пойду второй возьму. Да, второй можешь на меня проюзать, у меня... Ну, я попробую успеть. 20 секунд до водопарали. Так, все, кажется... Ты отступай, я тебя в закутке использую.
А нет, еще один ящик. Есть. Хорошо. Да. Ну не важно, мы успеваем в любом случае. А тут есть ОМО и мед на 5. О, я сейчас возьму это, давай. Возьму что-нибудь. ОМО на 2 и мед на 5. Тут, по-моему, тут еще много паков на 2. Почти во всех. Пойдем. А где ты? А, вот тут вижу. Ты ОМО взял? А, могу тебе ОМО на 4 показать. Нет. Пусть мед лежит. Потом, я возьму ОМО. Да, да, пойдем. Там хорошее ОМО, но нам понадобится, когда мы успевать что-то не будем. Это сифон гранату я сюда куда-нибудь кинул. Ну, это... вроде хотели и это не очень полезно. Можно на скаутах их оставить. А если в комнате три скаута и кинуть сифон гранату в одного скаута, то от звука броска гранаты... Нет, сифон граната не триггерит ничего, она бесшумная. Так, ну раз ты мне этот пистолет понадавал, мне потратить. У нас три турели. Две пули от турели. У нас три турели стоит, их осторожно хайп. Значит, да, не стреляйте, пусть турели всех убивают. Ну, у нас пулрефилов вроде. Может быть, не стоило лишнюю снайперку ставить. Мне кажется, они очень часто лишний раз стреляют. Я свою сниму, пожалуй. Наряжаюсь и отхожу. Мне в него прошли. Ну как бы он бежит. Ты стоял прямо позади врага, и что мне нужно было делать? Я пристрелил и врага, и тебя. Да не страшно, не страшно. Ты меня очень слаб сделал. Ты же автопистолетом стрелял? Да. Автопистолет, он, наверное, пару процентов хп снял. Он мне 1% хп снял. Ну? А впереди лестница на сейчас. По номеру хорошо. Я никого не пинговал. Поэтому я отхожу. Ок. А слабо эту миссию пройти, получить ачивку, запинговать всех врагов? Слабо. Но если мы все, а если мы все с биотрекерами будем? Да, просто рота. Ну, это, у меня в виду, что надо будить все комнаты. Мы и так будем все комнаты. Так... Это гигант, похоже. Да. Два гиганта. Убейте. Вот за это я люблю револьвер. Может, так, можете добить, он дохнет. О, еще один. Сейчас подойдет, я трачу. Я тоже не выдал 3 гиганта. Не бойтесь его. Блин, ты сейчас чуть не попал под Гелскеном. Там гибрид живой еще. Да, живой еще. Все, кажется, он минус. Все, минус. Так, сейчас пароль будет. Да. Как он, меня... он тебя лизнул, что ли? Нет. Хорошо, я ему сбил, похоже. Да, ты еще один тут будет мог. Так, будет. А, это сейчас 10 минут, блин, вот эти ребята. Да, да, сейчас вторая комната со скалками будет. Нет. Сейчас нам надо не умереть от этих мобов, окей? Я просто так ХП потратил, уже бы и нам. Это мы расслабились, они все прошли. Непонятно с чего вдруг. Видимо, мы реально расслабились. Все? Бежим. Нет, еще не все, похоже. Хз, непонятно. У меня никого нет, и музыка затихла. Так, кому прописать патроны? Пока не надо. У меня свой ОМОН-2. Судал. Да, у меня есть. У меня один заряд. И у меня supply efficiency, напоминаю. Еще два была лежит. Ни хрена себе, ты мне револьвер, ну этот, магнум достал. Ну а да, что да, ты его да. Не тратил? Тратил. Турельки можно. Да, там почему? Может быть у нас этих тулов. Хорошо. Ставьте сюда сразу. Да, нет. Сейчас скан будет. По основным зонам. А я почему у меня? А, я не буду ставить турель, у меня ноль. Или у вас есть тулрифил? Есть. Есть здесь тулрифил. Да, еще кто-то есть, все. Заряжается там. Два тулрифила еще на базе, два тула. Не, ну у меня нету, я нулевую турель. Ты взял тулрифил с собой? Нет. Вот в этой комнате, вот здесь вот лежит. Пойдемте, у нас аларм. Да, после аларма. В этом шкафу лежит турель. Аларм. Так если после аларма, то тогда смысл не было ставить эту турель. Не знаю. Он кончился, зарядим. Вон, идет. Враг, я, да, я заметил. Может, он пойдет. Потом, он пусть придет, он сам к нам придет. О, ты решил лизнуться, окей, хорошо. Теперь можно с чистой совестью. Поехали. Еще враги. Еще враги, осторожно. Да, да. Я маякну. С кувалдой просто кто побежит туда. Скан внизу. С кувалдой, я не буду тут.
Я кому-то. В силе. От одиноких врагов невозможно не получить урон, я понял. Okay. Зачем ты решил ближним боем с ним воевать? Так он один, логично вроде. Просто если ты промажешь, то он тебя натыкает немножко. Уже идут, я слышу, я слышу. А я вижу. Так, скан на втором этаже. А, нет. Скан турелем, турелем. Врагам, пришел. Врагам. Паскудный скан будет такой. Да. Сахой, да? Или не бежают. Я... Успел я тебя да, спасти? Да, успел. Скан наверх опять, да? К двери. Я весь как на этой лестнице, одна ступень, которую сверху... Да, тупит. Разделился на 4, один наверх идет. Я наверх не возьму. Окей, добирайте, я пока... Тут два вверх. Как-то странно, он вниз пошел, вот. Он просто шел по той же линии, по еще один вниз, еще один вниз. Его не было видно. Окей, я сверху буду с винтовкой. Ай. Хорош на хайп. Так, дверь открыта, можно... А, я сейчас... Передыхаю. Лучше отступить хайп, ага. У меня 20%. Дал, возьми ту лорик. Это же. Я спустился. Все, я пошел столси. Вот в этом шкафу, вот в этом шкафу. Не 20%, а 22%. Плюс 4% с мой. Фонарь чуть не выключил. Там что, два скаута вплотную? Да. Чисто технически, если бы у тебя было... Сифом. Сифом? Один скаут вниз пошел. Один враг вот слева. А, он не успею. Выпустил. Внизу просто врагов нету особо. Я поэтому могу... А второго, верхнего, который на контроле, если что, держи, больше не бой. Если да, вдруг кто-то проснется, а ты его пристрелишь. Он стягивает. Минус первый. Тихо, все тихо прошло. Так, я его потерял из виду. Он у тебя как? Хайп, но ты, он сверху, ты его не убьешь. Да, я знаю, я знаю. Я ориентируюсь, я просто смотрю, где он относительно. Лучше других. Через... Ладно. Можно его пристрелить, кстати, он ведь один. Может, в этой комнате. Можно. Но он давай, давай, убивай его. Хорошо. Все, можно, можно чистить. Сифкому кого-нибудь оставить? Тихо. Там еще один? Да, я промазал. Ага. Мед. Мед на два. Еще комната, 4 минуты. Да, тут неприятный скаут и трое мобов рядом. Я жду, пока не плотнее. Так случилось. Аптечка тут лежит. Хотя я сам ее сожру. А, она ж на 5. А, вот полечите хай. А, хай полечит, все нормально. Щупальца прям в тебя. Окей. А, да, я вижу. Хорошо, просто страшно. Все, еще есть тут аптечка, о. Там еще 3 использования. Мелкого убьешь? Погоди, погоди. Они уходят. Так, мне нужно левого бить. Угу. Вот этого. Угу. Там еще чуть дальше один. Я слышу, слева бьется, нет? И тут на лестнице. А вроде пофиг. Это нужно терминал. Он идет. Он идет в нашу сторону. Можно я... нам сюда не возвращаться, если... Он не проснулся. Да, второй. Офигеть. Да, да, мы успеваем. Если особенно не разбудим, вообще шикарно. Там еще третий. Ресурсы пока листайте, смотрите, что где как. А куда ты пойдешь? Ко мне. Окей. Прекрасно. Найс. Я могу еще.
третьего, погоди, пока стрелять. Это бьется? Расстояние неудобно немного. Ща, давай, код найдем, пока есть возможность. Клок и код атом. Какой? Атом. Мирный атом. А он снизу. Не, он сверху. Скаут сверху. И не, а, враг, сверху. Другой, другой снизу. Ой. А. Скаут мертв. Хорошо. Комната проснулась, видимо. Ну да, логично, да, быстро да, да. Был. Молодец, хорошо подстраховал. Я, в принципе, сорвал анимацию крика, но надежнее было. Так, так даже быстрее будет. С выстрелом. Так что все хорошо. Все, комната чиста? Да, комната чиста. Можно пингануть ресурсы? Смотрите, в комнате, где был первый скаут. Я нашел full refill на 4. Аптечка. Я могу проюзать парочку. Аптечка на 3. 3 АМО, 1 мед, 1 тул. АМО я взял себе одну. Так, у тебя с собой турелька, Башиго? Да, я могу дать тебе ее, отлично. Видимо, да, могу, наверное, еще, но ладно, не важно. Так, если я найду что-то еще, то можно будет проюзать тебе лишнее. Так, где-то нам нужно на минуту... О, здесь еще. У меня бинтон на один. Мы можем пингануть что-нибудь? Да. Окей. Если вы что-нибудь найдете, то пингуйте, потому что у меня имеет пак на 1. Скорее всего, в тумане где-то что-то есть. Лучше возьми пак на 3. Я себе взял АМО еще на 3, я свое доюзал до максимума. Да, медпак важнее сейчас. АМО у нас на базе еще есть, по-моему. А на базе у нас медпаков разве нет? Может и медпаки есть, но медпаки все равно важнее. Эридар, давай я тебя прохилю. Пинганули медпак? Да мне не надо, я нашел ящик. Я мне знаю, не надо пока. Ресурсов много, чтобы не оставлять их здесь. Хорошо, если некому, то вот, Хайп, я нашел медпак в комнате, где ты сейчас находишься? Вот я мапак нашел на 2. Там со стороны тумана, там шкафчик. У тебя есть слот, да? Ты... Божего, погоди, тогда сейчас, я тебе хлорфилл пропил. Ты можешь взять его? Или нет, ты не можешь взять? Могу. Но тут просто еще вроде мед лежал. Ну ты пока возьми. Здесь есть мед внутри. Вот он. Тогда я тебе тул рефил пропишу и мед возьму. 20 секунд до ввода пароля. Да нет, давай, ребят, торопимся. Я мед возьму, ты бери АМО, ты же его... как угодно. Да, да, логично. Так, пойдем. Я, кстати, мог его раздать просто. Так. Так. Я на всякий случай вот мелкие готовы. Ты можешь, кстати, взять тул рефил по дороге. А, я... У меня... Два тул рефила лежит, редактор. Два. Ребят, мы не успеваем. Да, два тул рефил. Пойдем, забьем уже, пойдем, пойдем. Да там по дороге все равно, там по этой лесенке. И по лесенке. Не, у меня один ценнейший мапак, который некому раздать. Мне раздай. А вдруг у тебя патронов много, я не могу проверить. У меня патронов нормально, давай, пожалуйста. Вот, вот здесь вот тул рефил. Там в обоих шкафчиках. Хорошо, какой-то. Хорошо, я возьму. Окей, okay, yeah. Сейчас две коробки долго. Без перерыва. Так, поскольку Редайр был в той комнате, у нас, скорее всего, она будет чуть более позднее. Есть шанс на том, что у нас в один момент две волны пойдут. Нет. О, вторая волна на лестнице. Ты про это не ставил, что ли? Я нет, мы две ставим. Так у нас эти... Я решаюсь. Да. Особенно на эту волну, где... Что, куснул, что ли? Нет. У меня патроны закончились ровно в момент, когда я должен был по ним стрелять. Чтобы он не висел. Так, подстрахаю. Спасибо. Еще. Сюда два амопак с одним зарядом, если что. Мне можешь проезжать. Не мне, не мне. И там ты идёшь. На контроль. Блин. Я здесь заряжаюсь. А, сюда умер? Чё, нет, нет. Нет, а, сюда не умер. Странно. У меня 88 хп. Меня переглючил. Там теперь Надеюсь, что да.
Это гигант идет, что ли? Видимо. Нет, это херня. Пингую. С мейна не оставляют. И блин. Минус. 10 секунд. Да. Этих бы их пропустил. Фист. Вот. Чего вы выбежали? Мы дальше шли. Мы вводим ход. Да, ход. Ну, меня покосили, но я жив. Это хорошо. Я тебе сейчас прилечу. Все, держим. Заряжаем. О, все-таки есть перерыв, вот он видим. Не успели отдефать. Ну, в зависимости от того, где заспавнились, наверное. Перерыв был недолгим. Ты уверен, я хочу ставить вторую. Моя уже постреляла. У тебя 26 патронов на турельке. Да, а врагов сколько? 626. Это вряд ли. Все будет нормально. Мы всегда с двумя дефаем. Мне не нравится, когда две турельки ставят, потому что они друг друга перекрывают. Я слышал волну на лестнице. Ставь турель в момент, когда одна волна будет, и два дефа будет. Время для колпунта. Я ушел. Там запахло. Он же... Ща подойдет. Не, вот турель побил. Гибрид. С патронами скоро будет беда. Но еще пока есть. У есть. Нет, у меня ничего уже. Не, ну до конца волны, в принципе, наверное, хватит. Угу. Притык. Гигант на контроль. Это самый маленький гигант, которого я видел. Но он, правда, медленно шел. Все. 20 секунд как, еще. Как все? Не может, еще. Да, не может быть, что все. По музыке все. Вряд ли. Ну, блин, такого никогда не было. Ну. Во, второй раз сейчас я не слышу. У меня тоже на радаре пока позже чисто. Я не слышу спаун. Они просто прибегут сейчас позже. Нам в зону 200. Да, забираем там всякие митпаки и прочее. Сейчас там мапаки заберем, раздадимся. Все, больше никому. Че, здесь есть какие-то ресурсы? Я пока пошел. Да, у меня мапак тут. Можешь туда идти и прям всем раздавать. Окей, Red, зона 200. Окей. Так, кому там патроны нужны сюда? Так, я не знаю. А где сюда? А вот ты. Сюда вдаю тебе аму. Еще аму где-нибудь лежит? Да, там прям здесь же. Его брать? Я возьму. А, хотя у меня медпак на брат. Я возьму. А хайп-то где? Там в зоне 200. Там. Жем, блин, ну. Стоп, это сейчас туманчик опускаться? Нет, еще это рано. Это еще да? Гиганты. Сейчас гиганты, потом туманчик. Вы, кстати, турельки все оставили, а нам дефать туманчик. Я хотел тебе раздать один медпак и пойти взять. Вы не будете турельки забирать? Как кто нас убьет тогда? А, точно. Турельки обязательно заберите, вы примите. Турелька, кстати, активировалась только что. Так что осторожно, Башибой, иди туда, там враги. Блин, Кайп, ты бы хоть сказал, что ты тут прошел мимо гиганта. Я чуть бегом его не разбудил. Да. Я вроде говорил, что тут у входа гигант. Okay. Еще там волна гигантов пришла. Ничего, я с берстом все нормально. Да, все уже. Все на контроле. Пойдем. Тебя случайно не лизнули? Нет, у меня 100%. Что ты так недоволен? Я недоволен, потому что у меня медпак на 1, а там лежит амапак на 4. Ну, возьми амапак на 4 с собой.
У меня мапак на 4 в руках тоже. Так, аккуратно сюда вваливайтесь. Аккуратно, пешком. Зачем я это сказал вообще? Я понял. Там плевательный гигант. Ну его в мили можно. А, там два плевательных гиганта. Пусть они выйдут из комнаты. Просто line of sight. Не стойте у них. Главное, чтобы посидеть, чтобы ко мне дверь не глотнули. Я тут стою в окружении примерно 4 гигантов. Я иду к терминалу. Они не хотят выходить. О, большой гигант пришел. Можно было отпробовать. Ну, какой же он косой. Ну, одна в тебя попала. Нет, у меня 100% хп. А значит, наверное, синхронизация плохая, потому что ну одна явно в тебя попала. Окей, мы освободили пространство. Я немножко... Я немножко из вредности не послушал Судалва, но Судалв оказался прав. Я слушал Судалва, но я думал, они дальше будут. Довольно много гигантов. Ты дошел? Ключ. Я пинганул ключ. Я сейчас сталшу до него. Они бьются, если... Ага. Че они бьются? Мы еще не двигаемся. Фонарь. Окей. Валим отсюда. Че я тут делаю вообще? Так, в этой комнате терминал с сюжетом, но мы его уже брали. Сюда, 55-58, звучит как патроны. Стрелок 40-50-47, понял? Сюда, фраз. Звучит как патроны. Да. У меня еще 20%, видимо, это хай. А, у хайпа 90. Что за этой дверью? Миллиарды гигантов. Подарик. Так, кому бы еще прописать? Не тебе... Не тебе, никому. Ну ладно, только Бошиго, если понадобится, но срочности нету. Ну чё, есть ключик? Успехи есть? А можете, если дойдете до этого? Кажется, вот там вот. Есть. Пыталась выбраться оттуда. О, фига себе, он в глубине. Там, кстати, еще один локер рядом с тобой. Да, я знаю. Вот этот. Там лежит 3 ОМО. У меня в руках ОМО на 4. Тут тул на 4. Забей, пойдем. Убираешь. Так, сейчас же аларм 5 будет. Да. А, турель надо взять, которая нас убивает. Ну, можешь сбегать за ней, да. А на ней патроны еще были? Кажется, да, я ее подзаряжал, но волна была после этого. Зачем ты здесь сидишь, да? На случай, если хайп разбудит гигантов, я немедленно приступлю к очистке. Аннигиляция. Кажется, не должен. Ну, тут еще 64. Не процента, а от патрона, то есть 25%. Мы успеем все сделать? Должны. Должны. Просто сейчас хайп там так медленно слетит. В прошлый раз мы просто перестреляли гигантов туретками и... Да, у нас 11 минут. Мы ну турбину да. Нашли? Хайп почти у двери. Турбину нашли? Да, да, она турбина. Помечена даже. 80. Видишь зеленый ромбик, это турбина. Я так. Эту комнату мы зачистили, к счастью. Да, можешь выбегать на спринте. Здрасте. Да. Валим. А, там... я наконец смог полечить. В глубине этой комнаты есть стул на 4 или на 3, если нам вдруг он понадобится. Самое главное, чтобы... нам во время этого скана оттуда не заспавнились люди и не проорали, чтобы разбудили кучу гигантов. Ну, это будет неприятно. Придется. Так,
На этот раз давайте заряд мне туретки поставьте так, чтобы нас не перестреляли туретки. И еще это, смотрите, я не знаю, вы заметили или нет, но вот с этой ступеньки, вот где вот сейчас радар поднимается, если вот на корточку спускаться, то хп не снимается. А, или на бочке можно прыгать. Можно даже не на бочке, можно в любое место, если на корточку. Да, там любое, в любое можно. А, туретки поставьте и пойдем. Ой! Я буду руководствоваться постановкой... Я на месте. Редайра. Ну блин, этот турель может убить нас. Я лучше поставлю все-таки ее от... Не, я поставлю от фейса. Твоя турель не может. Твоя турель не может. Да. Давайте тут скорее, оперативнее. Все, я иду. У нас 10 минут. Все, я иду. В принципе, Башаго, хватит там. Я понимаю, что душа художника не выносит несовершенства. Зачем? А, нет, стоп. Классно, БМ, аларм. 10 минут. А, нет, сразу наверх идет. Это очень странно, что... Да, странненький, согласен, но не супер странный. Возможно, М это значит то, что первый скан... М это микс, насколько я помню. Так, первая туретка пошла. А, или микс это значит враги не только... Это разные сканы могут быть. Опять да, вниз. Туман, в туман. Я за ним. Да нам один человек хватит там. А, вот. Я думал, это большой почему. Так, он идет по низу, к нам идет. И наверх на платформу, понятно. Наверх туда, где можно пройти. Как караул? Ух, откроули. Сзади пока вроде. А, сзади идут! Один был пока. Два. А, не может. Кан идет. Опять на двери. Нет, да, что-то теперь налево пошел. Опять разделился. Из главного входа. А, нет, еще один. Угу. Опять похоже на платформу пойдем. Ой, он вниз пошел. Прям под турельку. Пол. А там много. Тогда не торопимся. Ага! Я умер. Я тоже умер. Зачем вы пошли туда? Меня, видимо, все-таки туретка выстрелила. Ну потому что нужно было аккуратно. Да, меня зачем наверное вы туда тоже пошли? Сперва отстрелили. Чисто, а нет, еще есть. Нет, плевалка, не важно. Я пингую, я вниз пошел. Я поднимаю. Прикрой меня, меня подлезают. Новая пришли. Меня убили. Я достану. Ты один. Там идет с двери. Стрелялка. Еще идет из двери, мелкий. Вы очень зря ломанулись на этот скан. Да, зря. Все похоже. Запомните, если скан стоит в зоне туретки, то вы не идете, блин, на скан. Потому что как только туретка увидит врага, она вас прострелит нахрен. Мы сейчас опять все вообще медпак потеряем. А, о, сюда вывижу медпак в руках. Я пойду на базу, сгоняю за медпаком. Я пойду стелсить. Давайте. У меня 30% хп, конечно, но... Хайп, ты один пошел стелсить. Ты сам... Ну, а чё вы-то пошли? Блин, ладно, я пойду тогда стелсить. Ну, я-то по стратегии иду к терминалу. А, ладно. Я, в принципе, могу в соло, наверное, плюс-минус, уровать.
Вы хотели, кстати, ты без турбины пойдешь? Вы раздумывали, помните, чтобы разбудить ту комнату? Ну, мы вдвоем ее не будем будить. Зачем? Ладно, ладно, я не понимаю просто. Ну, я же сказал специально, чтобы мы все туда не пошли. Если вы хотите идти, то говорите хотя бы, а не молча идите. Я же сказал. Ну, я, скорее всего, здесь дослушаю. Ладно. Времени, кстати, действительно. Тут гигант, так что я буду... Я тихо прохожу. Еще медпак не 4? Мог бы, кстати, взять турбину, все равно ты там никого не убьешь. Почему ты даже на входе сидишь? Страхую, если начнется. Если хайпа убьют, то я пойду за ним. Угу. То есть именно в стелсе ему одному нормально там убьешь. Я просто. О, хайп нашел терминал. 937. А, нет, это не тот терминал. Я сосед, не надо. Второй был левее и глубже, ты помнишь? Я помню, помню. Вот он, ты его видишь. Там. Я нашел один медпак на 4, он в шкафчике на выходе из кубка. Дай его хайпу. Кук? Да, и... Ждите, пока я выйду. Естественно. Ну, времени, кстати, баллом. 4 минуты, думаю, успеешь. Знаешь, ты мы ресурсы не полутаем. Ладно. Ну, мы можем сюда пойти. У нас столько времени, мы можем втроем сюда прийти, разбудить комнату и полутаться, в принципе. Можем. Ну, мы тогда АМО потратим. АМО у нас хватает. Ой, еще один медпак в зоне за закупком. Сейчас мы... Давай. Ну, внизу, по-моему, да. А, окей. Я слышу, как одна штука тоскует без патронов. Туретка. Все, я выбрался. Груз, наверное, а турецкий не знающий. Плоть встал. Окей. Не забудьте взять свои турельки, они у входа стояли. Да, я поднял турельку, у нее... А в этой зоне все внесли? Я не взял турель свою. Ага. Эридар, там еще тул на 4 в основном. Я нашел шкаф, я нашел шкаф, аптечка пометил на карте. В этой комнате есть два медпака и амок. Сразу ешь медпак. До 100%. Сколько патронов? Я пингую. У меня патронов достаточно. О, один тут прям рядом. Забираю. Ну, у меня турель пустая. Мне просто АМО на 2. Можете его разъезжать. Турель пустая, мы что-то с этим можем сделать? Так, тут еще АМО-пак. Да, в реакторной комнате есть еще тул рефил. А, тот, который один? Медпак на 3. Там на 5, по-моему. Не-не, на большой. На 5 у меня медпак. Один я провязал. На 3, разъезжай его полностью. Давай, где он? Я нашел тул рефил, еще один на 4. С сканером сразу. На, на мейн комнате на 5, и у меня в руках еще на 4. Мы сейчас турельки все зарядим. Раз. Ладно, я по сути не заряжаю. Не тут сюда, там где я. Приходи ко мне. Башню кто-то взял, нет? Да. Башнее, наверное, мет на 5. Ой, мет на 4, чем ОМОН. Я полностью это использую. Да, давай, я башню город взял. Здесь должен быть. Да, сейчас пингу. Вот там. Все. А, правильно, под лестницей. 80%. В реакторной есть много. Еще. В реакторной есть еще ОМОНа 4, если кому-то нужно ОМО. Да, ну давай я возьму в карман хотя бы. Вот, я пометил. Карман лучше брать большой ОМО. На 4. Ну да.
Я в руках сейчас медпак на 4. Хорошо. Еще один медпак на 4 должен... Его проюзали или он все еще бежит? Я только на 2 юзал. Вот тут еще ОМОН. Турель, наверное, лучше зарядить. Кажется, у нас ресурсов достаточно. Давай я тебя заряжу, турель. Ну что, последние 10 минут миссии. Сказал последние минут 6. У тебя 80, у меня 75, у меня один стул рефил. У Судава сколько? 80. 30 секунд. А, у тебя 58, это у Судава 80. Давай я тебе еще один припишу. Так. Да, могу сказать, где ОМОНа 4? У меня в руках ОМОНа 4. Соп, у Судава ОМОНа 4, да. Да, скажи, почему нет. Вот, а, у нас код пора вводить. Да, Судав на месте, хорошо. Mm-hmm. Тогда уже пофиг, если оно не близко. А, вот здесь давай возьму. Все? Да. Да, все готово. Так, тут нет. Так, так турель поставить. Тут вот мет на 4 лежит. Я здесь чуть-чуть поднасрал. Наступать нельзя на это, да? Можно. Можно. Наступил. Так что... Если что, это наша защита. А, то есть они, а когда они поэтому будут бежать, они заметятся, сейчас можно все турелки им оставить, больше года. Я поставил. Да, я не успел просто. Ну, у нас сейчас будет две волны подряд. Вернее, даже три. Две... А, 9 и 10. А потом эвакуация. Окей. Shit. We stirred the fucking nest. Yeah. Shit's about to get deep. Ну давайте. Волна по лестнице пойдет. Да. Погнали. А, таскаешь? Да. Ничего сложного, такая же волна, как и до этого, правильно? Наверное. Гибрид. А это полезали. Ой, тут... Да. Сифония. О, а, хайпа там зарядили, жесть. Хайпа 0. Потратил. А сейчас? А, у меня, кажется, багануло. В меня не попадают. Окей, отлично. У меня только в меня не попадают. Что-то рационали какое-то. А если я в тебя постреляю, попадет? Ну да. Мост, мост. А я в Тредка. Может, поэтому хайп? Хайп не раз. Я убил. Гибрид. Танчик гибрид. Ну, кстати, меня реально не имеет. Блин. Так, скоро код водить. Я потихоньку продвигаюсь. Как я промахиваюсь? Может быть, ты тоже ни по кому не попадаешь? Да, код, время кода. Все, беги, 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 я смотрю. Тут никого. Хайп, хайп, хайп. Лаг. Возьми, отхилить медпаком. Вот здесь вот, вот, вот. Блин, повезло, никого нет. Мне кажется, они только в той волне два раза подряд. Тут. Я, по-моему, в прошлый раз тоже так было здесь. Передышка. Два раза хилил. Да, да. Нет. О, враги. Нет, может, нам просто повезло тогда. Потому что они вот сейчас идут вообще без причины. Кому патронов? Я себе сам, я себе раздал. Пока никому. Мне патронов до конца игры хватит. Если вам, если что, нападает. Мне патронов должно хватить, у меня 80-80. Игра решила меня пощадить. Мы все на сотку. Ну сейчас еще раз надо будет ходить порой. Хочешь, я по тебе постреляю, чтобы ты чувствовал честность? Нет, спасибо. Ясно. Если не попадем под туретки... Волна будет на лестнице вторая. Да, да. Хайп не дал. Хайп не стой, и на месте мы его прицелим. Хайп выстреливает 6 выстрелов своих.
Потом он отступает и вылезает. На лестнице пришли. Ломают дверь, я открываю. Тут гибрид пришел какой-то. Ой, там гигант застрял. Ты видел, он просто стоит и не двигается. Ну, ща посмотрим. Пистолет. Да не открывай дверь, не открывай дверь, они начнут идти сюда. Там чувак был такой. Что происходит? Стреляет по врагам. Если дверь будут ломать, открывай. Так, я себе патроны даю. Да вот. Да вот враг пришел. Хватит открывать эту дверь, какая разница? Ты сказал, что её ломали. Я нервничаю. Там никого нет. Но идут много. Два гибрида. Турецкие кончились. Удивительно, меня ни одна пуля не... Так, я иду в пароль вводить. Гроу. Так. Опять никого, везет. Так, я что после этого? После этого все? Гроу. Да, все. Реактор активирован. Мы идем на выход. На выход. Заберешь турретку или нет? Нет. Пойдем, пойдем, Луи. Окей. Я пингу. Идем впереди. Я пустаю, да? И не пара даже. Гигант, я убил. Я не могу убивать гигантов, если меня лизают. Все, в сфере, спереди есть волна небольшая. Ай! Ай! Отступай. Идем. Все живы? Все идут? Да. Я пингнул волну. Хоть бы быстрый скан, хоть бы быстрый скан. Кого плечить, кого это плечить? Долгий скан. У меня почти полная. Все нормально. Да, я здесь легко держать. Зайди в скан. Ну, не в скане, я в скане. Ты стоял в метрах от скана. Тебе в скане. Меня все еще кусают, меня положили. Мин, слишком много. Меня положили. 92, 93. Можете поднимать. А, идет далеко. Есть! Наконец-то! Аж. 16 попыток. Это было долго. Блин, больно игры все-таки. В этот раз, мы когда дефали, у нас так же хреново прошло, но в этот раз у нас было на 4 минуты больше, чем в прошлый, и мы смогли залутаться и восстановиться. Да. Поэтому все сработало. Ну да. И, в общем-то, в ту зону можно в соло просто ходить, код добывать. Угу. Пофиг, ну все. Но там вообще не очень много мобов. Когда мы ее даже будили, мы их легко зачищали. Ну да, в целом. Там немножко было. Ну что, я один?